Друзья, всем большой приветик, меня зовут Вера, рада вас видеть на канале Домовенок. И сегодня я вам хочу показать, что делать, если у вас такая раковина запачканная. В принципе, ну, у нас сейчас, с учетом того, что у нас переезд, у нас постоянно там что-то мы моем, поэтому подпачкается быстро. У меня появился лайфхак, как быстро помыть раковину. Вот, вам потребуется такая старая губка, естественно, этой губкой можно только, ну, то есть она должна быть только для раковины. Вот, эта губка у меня для раковины. Вот, и вам потребуется мыло, которое называется хозяйственное. Вот, включайте воду. Я это делаю всегда с включенной водой, чтобы быстро достаточно. Вот, мочите губку достаточно так сильно, чтобы она прям мокрая была. Подходите к мылу. Вот так вот по мылу губкой елозите. Раз 7, чтобы она очень сильно стала в мыле. И начиная сверху, вот так вот, начинаем водить губкой туда-сюда. Вот. Сразу на грязюку не лазим, вот как бы издалека. Вот видите? Вот. Потом смываем получившуюся грязь. И вот это, пока вы смываете, оно заодно растворяет вот эту грязь. И сразу же промываем другой частью губки. Промываем мыло, остатки мыла. Опять выжимаем, опять вот так вот промываем. Ну, это как бы быстрый способ мытья, конечно, можно мыть более тщательно, если вы хотите, но для быстрой мывки я использую где-то через день примерно вот такой способ. Дальше опять мочим нашу губку значит, в этом мыле, намочили, и опять, и вот теперь, видите, сначала проводим по всей грязюке, вот так вот по чуть-чуть. Смывается очень легко, не нужно, видите, тратить специально какое-то средство. Опять выжимаем. Не пытайтесь сразу отмыть идеально, потому что идеально сразу не получится. Вот. И сразу опять приходим к мылу, опять тудум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум-тудум по мылу поёрзали. Вот, и опять... Уже третий раз можно до конца все домыть. Обязательно моем венчик внутри. Вот так протираем. И другой стороной губки нашу раковину оттираем от мыла. Вот. Все, в принципе. Таким образом, буквально за пару минут я привожу нашу грязючную раковину совершенно приятный вид. И напоследок вот этой частью губки протирается кран. Да, блеск. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравился мой лайфхак. Приятных дней и чистоты в вашем доме. Всем покусики!